Скорее всего, это было без злого умысла, но сегодня Счетная палата внесла личный вклад в создание подозрений относительно правильности процесса вакцинации и тем самым еще больше увеличив пропасть между доверием молдаван к вакцине и нашими усилиями, усилиями врачей по созданию этого доверия. С таким непрофессиональным отношением мы выйдем из пандемии, наше меоритическое пространство, как раз к 2050 году. При этом в Минздраве сообщили, что создали следственную комиссию после того, как в отчете Счетной палаты констатировали, что было использовано около 7 тысяч доз вакцины с истекшим сроком хранения, а более 11 тысяч других было выброшено. Что касается выводов Счетной палаты о введении доз антиковидной вакцины, в период с мая по август 2021 года Министерство здравоохранения создало следственную комиссию для проверки и корректировки применения вакцин в медико-санитарных учреждениях и в центрах вакцинации, о которых идет речь в отчете. Министерство здравоохранения в скором времени выступит с информацией о результатах расследования. 16 декабря Счетная палата обнародовала результаты аудита, проведенного в Министерстве здравоохранения, в Национальном агентстве общественного здоровья, в Центре централизованных государственных закупок в здравоохранении и в 13 медико-санитарных публичных учреждениях.